Какая-то странная надпись. Вотоньки, почему-то у меня в глазах краснеет, все темнеет, все белеет. Всем здорово, всем привет, это Кактус. И я продолжу играться в игрушечку под названием Интерастер. В прошлой серии мы пробурились вот здесь пробурились, да, и мы попали вот в такую вот локацию, локация такая интересная, и нам сказали, говорит, теперь надо найти вход в это как раз и подземелье, какое-то там непонятное строение. Мы хотели это все сделать в этой серии, так что давай погнали. Вон она, вон та вон херня, нам нужно к ней, кстати, и отправиться. Я хотел еще там, по-моему, ботинки сделать, или я уже все сделал? Вот не показано, видишь, вот что у меня одето, что не одето, к сожалению, при великому, прям такому сожалению. Давай вот эти плоды понаберем. А что-то мне кажется, звука нету. Так, звук есть, отлично, отличненько. Так, собираем вот это, я не знаю, нахера это вообще собираю вообще. У меня уже и так всего до хрена. Так, а где у нас тут что есть-то? Вот прыгает он, конечно же, блядь, это пиздец. Я не знаю, почему у меня вот краснеет. Все. Так, а я сюда не могу, да? Сюда не могу. Сейчас мне еще застрять тут не хватает. Так, ну мы там видели какую-то локацию. Значит, можно где-то как-то туда пройти. А вот как? А вот как? Вот это непонятно, конечно. Точно, вот здесь сейчас пройду. Так, я на всякий случай пистолет взял. Это не пистолет. Пистолет на всякий случай взял, потому что тут мало ли, кто-нибудь сейчас меня нападет. Мне это будет очень неприятно, если на меня тут кто-нибудь... Вон, вижу платформу. А, стой. Я понял, как туда. Нихуя я не понял, это я наврал. Я вообще без малейшего понятия, как туда надо идти. Почему-то у меня и фонарика, кстати, нету. Как мне теперь еще отсюда выбраться? Вот в чем вопрос. Так, мне нужно, значит, идти тогда, получается, по касательной. Значит, мне, видишь, он там... Ага, вот, я понял, смотри, нихера они себе тут замустрячили. Я-то думал тут как-то так, а тут как-то вот так. Так, туда перепрыгну? Есть, перепрыгнул. Отлично, я красавец. Я не понимаю, почему у меня вот пульс поднимается и краснеет у меня все перед глазами, перед моими. Это прям, ну, это удручающе. Это потому что прям, ну, очень неудобно. Это прям аж прям... О, нихера себе база! Сканы обнаружили какую-то... неформальность. Так, а я что-то у меня как-то странно со звуком. У меня почему-то температура 38 градусов. Я нагреваюсь. Надо больше жидкости, что ли, пить, получается. Так, а что это у меня тут так FPS упал? Тут живность сейчас какая-то на меня нападет. Вообще что-то непонятное творится. Прям, ну, вообщешеньки. Так, это что у нас? Это у нас какой-то странный этот. Во, FPS нормализовался. Ну вот из-за этого строения прям вообще прям плохо все. Так, давай попробуем графини немного снизить. Settings, видява, медявом. Так, ну вот немножко поподвижнее стало. Поподвижнее. Ууу, нихуе. А, вот из-за пропеллеров, да, вот этих гребаных. Эти пропеллеры как-то неправильно FPS нахерачивают. Так, смотри, новый какой-то, нихрена, эквип. Ебать! Шлем. Анаквип. Сьюит. Опа, вот это я! Все! И у меня, смотри, у меня все нормализовалось. И какие-то радары появились, да? Нихуя. Или это было? Или это не было? Давай шлем снимем, посмотрим. Так, анаквип. Да, было, твою ма. Эквип. Ладно. Ну, хоть уже что-то. Уже... Так, электрические парты, хендрил, а все, а что это? У меня просто тут все есть. Все есть, только я могу непосредственно это тут делать. Вот это что такое? И что? Go to planet orbit. Go to planet orbit.
Сюда не могу. И сюда go to planet orbit. И right button more info. Ни хрена, а вот она как она. Так, exit planet view. Так, а вот сюда. Ёбана, все, сломалась игра. Нихуя, вот она. Так, тут у нас что? Слишком большая температура. А я вообще тут, я тут не выживу, да, получается? Мне бы понять, как мне еще можно, можно ли мне туда... leave the planet using console... ага, я могу уже улететь с планеты, только мне для этого нужно какую-то хню, да? Мне потому что там я не хочу умирать от жары. От жары, либо от каких-то непонятных внешних факторов. Поэтому мне надо понять, как у меня работает мой сьюит. Угу. Смотри-ка, height resist 55 и всего лишь на 20 у нас... Значит, мы можем на горячую прыгнуть. Окей, погнали на горячую. А горячая это у нас вот это, ближе к солнцу. Да, height температуры. Давай. Травал. Что? У нас, говорит, нету никакого-то херни для того, чтобы нам... чё это такое? Слушай. Крылья. Утилиты инженеры, фуил танки. Мне надо ракету еще собрать, нихуя себе. А вот крыльев нету. А я вообще долечу до туда, нет? У меня крыльев-то нету, нихуя. Ладно, ланч. Еба, долетели! Охренеть. Охренеть. И я завис. На 51%. Не шевелится. Не шевелится. Нет, шевелится. Надо думать, новая планета загружается. Ни хрена себе. У меня там еще одна планета есть. А, хочу туда. А туда без вингов, наверное, вообще не добраться. Я не умираю? Я не умираю. Так, надо попить. Надо попить. Инвентарь. Надо... Опаньки! А у меня всего лишь одна. Так, за место вот этой. А вот эти какашки, по-моему, дают этот, немного еще воды. Так, за место не туда поставил. Смолган есть, вот этой вот, гаттергана нету. Вот, вот так. Так, окей, 4. Так, и 2. Вот, хорошо. Теперь мы уже в порядке. У нас есть ракета, мы можем, кстати, отсюда еще и дриснуть. Если что, если нам тут что-то не понравится, то, что нас что-то вдруг напугает, мы сможем отсюда и сдристануть сразу. Да, вон, смотри-ка, high температура 55 и low температура, и оксиген еще capacity. А оксиген мне вообще не тратится. Нет, а нет, не тратится, у меня вон по нулям, вон нормально. Нормально. Так, давай, давай, расследуемся, чё мы тут, чё? Чё? Вот-то, вот сорняк вижу. Вижу сорняк. Сейчас сожрёт меня, да, сука? Нет, смотри-ка, Мо-мо какие-то собрал. Какие-то собрал козявки. Так, мне нужен сканер. А сканер не поставил. А сканер у нас, вот он. Так, сканинг тул, вот сюда. А, давай на 2 сразу. Так, это вообще съедобный-то? A place of fallen fruit. Rich in nutrients. Непонятно. Так, сканер мне нужно отсканировать. Давай вот вообще all ебанем. Посмотрим, что тут вообще нихуя нету. А, нет вон какие-то сигнатуры, смотри. 800 метров. 700.
И так далее. И так и далее. Слушай, как бы я хотел вот так уже полетать вот по другим планетам. Это, наверное, так интересно. Прямо охренеть можно. Во-во, ресурс. Это что у нас? Емерге-Оре. Окей. А нахуя они мне? А мне до сих пор, смотри, leave the planet using this. А, мне нужно построить, короче, корабль, который смог бы вообще от этой звезды отхерачиться. Вон как, видал? Видал, что я придумал? Но это бананы, это я знаю. Хотя это тоже Моко. Тот же Моко. Непонятные сигнатуры. Ну вот это, конечно, такая задумкочка интересная, я бы сказал. Неплохо, неплохо. Они так, слушай, прям интересно. Прям дискавер такой конкретный идет. Так, идем на 600 метров. Потом идем мы... Ну, давай вот туда вот двинем. Потом просто поравняемся. Потому что он какой-то камень, какие-то камни квадратные, да, нереалистично. Нереалистичные квадратные камни. В природе таких не бывает. Хотя какая тут природа, может, тут ветра такие, знаешь, чисто. Сегодня дуем прям чисто на запад, завтра дуем чисто на восток. И ветрами все это обтесывает. А хотя не, он смотри, полукруглый. Я напиздел. А давайте фрукт один сожрем, вот этот Моко. Мото. Мотофруит. Давай. Мотофруит сожрем. Вот сюда. А как я смотрел, что они добавляют? Непонятно. Три. Ага, просто еды дает тупо. Ну ладно, все, жрать не будем, давай. Все, не надо жрать, чтобы можно было там на всякий случай, может быть, сделать с него что-нибудь. Вон там есть что-то, смотри. А я туда могу забраться? Там наверняка сканирую и прям получу что-нибудь. Давай, бежим так и так сканером, да болтает в разные стороны. Живности нет. Почему нету живности? Я думал, тут агрессивная прям флора сразу на меня нападет. Прям причем конкретно так. А видишь, вообще ничего не напало. Даже ни букашки, ни козявки. Так, а как мне туда попасть? И вон опять, смотри, скафандр у меня херачит. Какая-то влага появилась у меня на скафандре. Небо нормальное, дождя нету. Вы чё? Вот, можно подняться, смотри. Сейчас мы с тобой поднимемся. Сейчас мы посмотрим, что там наверху. Что нам там за этот дали? Свет что-то как-то моргает, да, странно? Game over. Почему? Dead serious. Так, load the last save. А почему я умер-то? А я смотри, я опять вот здесь вот начал. Так, я что-то не посмотрел. У меня, наверное, слишком этот, как его, костюм перегрелся, да? Давай еще раз. Я что-то прям вообще тогда тупанул, получается, да? Я не посмотрел на свой этот термальный 37,5. А вот часто почему поднимается? Так, побольше воды набрали. Окей, все, шуманули. Там я знаю, как прыгать. Мы больше уже никуда не будем. Просто возьмем и полетим. Так, не сюда. Вон туда. Так, вода 37,9. Смотри, температура поднимается. Опять не сюда. Так, а где этот дом-то, ёбана? Вон он. 38. Да, смотри, я начинаю сразу. Да, действительно, вон хай температура. У него уже за пределы пошло. А почему? 38,2. У меня хпшек-то нету.
Я не могу контролировать себя. Что вообще со мной происходит? О, хорошо, что вот здесь такая вот залупка есть, которая... Да ёбанышки. 38,5. Я все равно нагреваюсь. Вот, вот, запрыгнул. Аспиринчика ёбни, блядь. Чё ты мне мозг-то это? Scans indicate this facility was used as a facility to create and launch manned interplanetary rockets. By plugging into the console, it should be possible to chart a new course and use remaining parts as a base for a new vehicle. Так, все, оделись. Что, все хорошо у меня. Может, что-то надо... First Aid Kit? Нет, хилсы добавляет. Так, Food Rotation, вот Water Bottle. Так, давай сожрем First Aid Kit. У меня, кстати, 3 штуки. 4. Так, надо еще сделать. Смотри, мне немножко полегчало. А это, наверное, и есть мои хилсы. Температура, сука, это, наверное, хилсы мои. Нихуя. Так, а давай вот у пропеллера постоим. Не, ну это ж не симулятор какой-то, да? Так, лады. На горячую планету. Давай, travel. Так, эту штуку мы вот сюда поставили. Так, вот эту штуку мы вот сюда поставили. А вот этот командный модуль мы вот сюда. И ланч. Прям, ну, намудрили прям, честное слово, серьезно, очень тяжело. Так, а вот здесь First Aid из чего делается? Вот, смотри, новый комбинезон. Нет, нихуя. Так, First Aid Kit. Не, все равно, прикинь, вот водяных. А водяных тут, кстати, нету. Так, куда я шел? Мне надо куда-то вон туда. Не, слушай, 37,9 и растет. Прям, причем конкретно так растет. Надо будет, короче, сейчас вот эту сразу штуку собрать и съебываться отсюда. Да, уже 38 сразу. У меня уже, ну, уже дыхалки сразу нету. Офигеть. Чё, прям тяжелая планета. Так, где сканер? 5. Мне вот это надо отсканировать. Нет? Ну, давай соберем. Так, ладно, сейчас вот эти ресурсы... Вот 38, надо все уже валить. Я сейчас сварюсь. Еще. А, нет, смотри, нормально. Короче, надо на солнце не быть. Но тратится, видишь, вода вон неплохо. А, на солнце. Я, короче, много по пустыне на солнце ходил. Вот так, что ли? И получается, я вот от этого перегревался? Малоинформативная игра, да? Прям мало информации дает. Чё, куда, чё, зачем делать? Так, мне надо вон туда забраться. Так, мокуфру... Опа, дырка, смотри. Кристаллы. Какие-то кристаллы. А кто, интересно, так дырку сделал? Копер Ори. Окей. Да, вон 37,6, нормально. На, живем, все заебись. Все хорошо, 37,3 даже продолжает падать. Все чики-пуки. Не так все и страшно, как на этом малюют. А куда мне? Вот туда. Моку хотел собрать, моку. Потому что, подожди, я это что? Я ж только что тут был.
Ап, не, там два раза надо. А, я вот это собрал, я вот это просто не собрал, окей. Это собрали, все, вылезаем. 37,2, давай сейчас посмотрим, вот сейчас. Да, 37,3, на солнце просто, сука. А я же вот в тени был, почему я тут сразу тогда умирать начал? Вот же тень. Я ж тут тогда прыгал, лазил. 37,4. А вот здесь почему-то, смотри, мне жарко. 37,5, и до сих пор растет. Так, давай сканер. Ай-яй-яй, мы сейчас сгорим. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Чё добавился? Новый сканта... Гидрататион оптимизейшн. Ёбана! Не, ну вот это я считаю, это вообще... Это, то бишь, я упал в самих текстурах. Так, а я всё проебал, то, что у меня было. Ну, иди, что я налево. Так, а я скафандр-то одел? Так, скафандр одел. Ладно, давай еще раз. Попытка номер два, только мы сейчас тогда там не будем умирать. Так, travel. Вот так. Подожди, не прицепил. Вот так. Вот так. И вот так. Ланч. Ну, жопка-залупка. Это вообще пипец. Взял, вот так вот провалился сквозь текстуру, которая не должна была быть. И умер. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Лады, и бежим еще раз. Бежим, бежим, бежим. Сейчас соберем там все. Вот это я сейчас быстренько соберу. Потом еще этот, как его, копер немножко. И фиганем уже на нашу планету. Там уже будем смотреть, что за ресурс, что куда как. И построим шлем. Шлем. Так, три. Собирака. Ну, собирака. Так, собираем. Это вообще какой-то непонятный. Кризикопрас. Пиздец, какой-то ресурс. 38. О, падает, падает, падает. Хорошо. Вот, кстати, между прочим, от температуры было не так обидно умирать, чем вот я умер от падения, да, вот этого. Вот от падения было обидно умереть, потому что там вроде бы земля, и ты такой хлобысь и провалился. Вот это было обидно. До сих пор прям, знаешь, так прям на душе кошки скребутся. Давай, собираем вот тут все. Вот это копер. Копер, копер, копер. Над копера, кстати, по-моему, много, да? Я не знаю, зачем. Не знаю, зачем нам копер вообще. Новых блюпринтов-то у меня нету. Надо, кстати, тогда будет искать блюпринт на крылья, чтобы улететь отсюда нахер. Интересно, а если я вот этот шлем с гидратацией сделаю, я что, просто буду меньше пить хотеть? Или буду свой пот преобразовывать уже непосредственно в воду и тем самым нахлебываться? Так, эти фрукты оставим, эти фрукты мне понадобятся, наверняка там что-нибудь, блюпринт какой-нибудь открою. Так, берем тогда, так, подожди, у нас сканера нет. А я вообще проебал его, что ли? Вот он. Вот сюда. 4. Оп. Прыгает он, конечно, вообще пиздец. Так, а вон, по-моему, там... Еще одна колба, нет? Мне кажется. Мне кажется, кажется, что там колба. Да, пошли быстрей. Все. Хорош, забрали. Теперь... А, его, смотри, опять проваливаюсь, да? Не, нормально, нормально. 38, 38, нам у нас хайт.
Вот туда можно? Нет, да вам нельзя. 38,3. Валим отсюда. А у меня бензина-то хватит вообще? Триста метров до ракеты. Охренеть. Так, а давай воды попьем. Попьем воды. Остудимся, да, водой? Нет, не остужает. Ё-моё, у меня же все, у меня же опять в глазах темнеет. О, вот это можно опять собрать. Смотри, я прям вижу, как он растет, нихуя. То бишь, можно вот так постоять и посмотреть, как он будет расти. А, во, мы остужаемся немного. Пойдем, короче, там, где холодно, слетаем. Посмотрим, что там. Может, я там буду, это, лучше выживать. Потому что везде вот здесь тепло, а мы пойдем там, где холодно. И нас вообще тогда может не будет. Окей, окей, заметано. Две планеты. А, подожди, а третья что? А на третью я не могу, мне, наверное, крылья не нужны, да? Печаль. 38,3. Ой, как растет быстро, смотри. Я прям вижу, как ползунок ползет. Пока нормально, пока нормально, пока нормально. Бежим, бежим, бежим. Ну, 38,4. Все, все, все. Улетаем. Улетаем, там уже будем крафтить. Оп. Значит, тут я вообще не должен ни греться, ничего. Тут должно быть со мной вообще просто идеально все время. Вот это что за нахуй? Почему у меня тут 17 FPS? А вот и моя ракета, кстати, стоит. 37,7. Ладно, давай тогда построим. Вот, аддоны. А где? Или я только там мог это построить дело? ТБДЖ, базик протект, хазард и что-то какую-то хуйню. Так, ну ладно, давай тогда пошли и посмотрим. Что у нас? Так, вот сюда я был, вот сюда не могу, да. Travel. У нас ракета уже построена. Я думал, все, меня в космос ухерачило. А видал, там еще большая орбита есть. Может, можно отдалить и вообще в другие звезды улететь? Этого я не пробовал. Explore new planet. Our goal is to start extracting fuel for further flights. Be careful. It's very cold here. My scans detect heat near geysers. Additionally, I detect mobile energy sources. Please be careful. Be careful, be careful. Я вон смотри, а тут я мерзну. Это что вообще за дела? Может, вот это просто надо... А, нет, это unequip. Ну-ка, давай посмотрим. Может, здесь действительно новые ресурсы? Tools. Эддоны. А, вот они, да, прикинь, их только тут строить. Нихера себе. Так, шлем и Q2 танка. А куда я, кстати, его дел-то? Он у меня вот здесь должен. А, вот он, смотри. Оп. И у меня плюс гидратация 20%. 35. Ладно, давай тут быстренько что-нибудь понасобираем. Ага, его просто так. Айс. О, айс это воды, наверное, дохера. О, смотри, вот здесь какая-то вообще пердежка. А, здесь греться, наверное, можно. Термальный источник. Нет, я тону. Еба. Ну, греет, да, смотри. 36 температура. Ладно.
Смотри, там впереди видно какую-то соску. Пошли. Так, эта соска летает. Соска меня бьет. Ебо! Еба, где ты? А чё за метель началась? Ёп! Она сейчас попадет в меня и меня раздезинтегрирует? Где она? Какая недружелюбная планета! Вот она! Убил? Куда делась? Перегрел этот свой, этот. О! Где он? Взорвал. Так, погреться. Не надо жрать что-нибудь. Есть у меня что жрать-то? А у меня нечего жрать, кроме вот этих вот козявок. Давай козявки поедим. А, козявки не ест! Вот это тогда едим. Так, пять. Давай нагревайся, что ты не нагреваешься-то? Так, все, пошли дальше. Берем опять автомат. А у меня, кстати, батарейки есть, я не посмотрел. Explore the planet. Бля, види бы еще куда бежать. Вон, смотри, там есть этот. Это сверху надо прыгать. Ага. Окей. Я понял. Так, давай сохранимся. Так, сейф. Create new save, окей, вот так вот, confirm. Чтобы у нас было, что если мы сейчас откиснем, чтобы была точка возврата. Мы сможем, наверное, тогда вернуться уже сразу на корабль. Так, туда лучше не прыгать, да, я понял. Так, погреться. Окей, греемся, хорошо. Не, ну здесь хотя бы видно то, что ты греешься, либо ты остываешь. То там это вообще пипец. Так, а как мне вон ту штуку-то забрать? Ёпта, где? Просто так? Так, к обрывам лучше не подходить. Вон, термалка. Бежим туда. О, нихуя, видал кузнечиков сколько этих? Вон они, смотри, они... Ой, все, мне пизда, наверное, что тут. Ой, мне, наверное, что-то сейчас наваляют. Ёшкан! Вообще изи, они какие-то дурацкие. Ага, по ним еще попадать надо? Вот это вы вообще... Так, а у меня что? У меня батарейка кончилась. А где мои хп-то? Слушай, а я бессмертный. А она меня не дамажит, что ли? А где мои хп? Я видел, где мои хп. Я не видел, где мои хп, но меня вот эта штука убила. Да ладно. Ну, в принципе, мы к ней можем не подходить. Посмотреть пока где-нибудь в других местах. Я опять тону. Давай, ты погрейся до 36. Ну ладно. Так, тут что-то по мне стрельнуло. Давай вниз спустимся. Нихуя. Вниз нельзя.
Так, а это я где? А почему я сразу наверху? Вон, вижу одну капсулу. Вон она, вон там. И там еще какой-то ресурс. Ну ты там пукай. Мне, в принципе, не страшно, что ты там далеко пукаешь-то. 36, нормальная температура, хорошая. Сверху падать нельзя. Там он еще один такой же шар. И что мне с вами делать? Как мне вот этот ящик собрать? Может, точно действительно какой-нибудь джетпэк нужен? А вот так я смогу? Так, 4. Хуй. Ну давай. Да, вот ты же можешь. Ты вот смотри, как высоко прыгаешь. Меня там сейчас туда штука убьет. Так, я бы подумал то, что вот с этой штуки надо прыгать, но навряд ли. Хотя бы посмотрим, что вообще, да, тут? Ага, это вон с той стороны. Ёб твою... Прикинь, даже вот с такой вот высоты нельзя прыгать. Так, это я где? Вот тут. Это сложная игра. Это прям какой-то... Блин. Слово даже не могу подобрать. Сложно. Вот здесь наверняка тоже нельзя прыгнуть, да? Меня тоже убьет. Так, лед, по ходу дела, он мне воду дает. А я обратно не заберусь теперь, все? Пиши пропало. Так, а ну давай вот здесь вот спрячемся. Так, blueprint unlock suit MK2. Это что у нас? Ага, не попадаешь? Дурацкий шар. Ой, попал. Бежим. Он сейчас будет сюда прям стрелять. Успеем. Успели. Все, мне теперь надо как-то вниз спуститься. А как? Чтобы не разбиться. Мне надо как-то вниз спуститься, чтобы не разбиться. Вот здесь я точно разобьюсь. И вот здесь разобьюсь. Лед. Ай! Понял. Все, валим. Да? А давай я тебя вот так постреляю, смотри. Ой, она мне тоже попадает. О, это в меня, что ли, рикошетит? Нет, так я ее буду долго убивать. Да, валим отсюда тогда. Ой-ой-ой. Пойдем в другую сторону от корабля. Ой-ой-ой. Так, где я тут мог забраться? Вот здесь вот. Оп. Оп. Хорош. А вон тут-то мне зачем? Ну и чё, он есть там.
О! Вот это я не заметил. Смотри, какой-то айс-фрукт. Так, погреться, да, да. Надо погреться, да? Или что? Или то у меня... Опа! Вот это-то кто стреляет? И как-то прямо он уж очень странно стреляет. Прям мощно, наверное. По звуку мощно стреляет. Вот моя ракета. Пойдем посмотрим, что надо сделать, чтобы Суит 2. Может, Суит 2 мы станем невосприимчивы к этим ударам? Вот это, кстати, я не изучил. Почему? Так, айс пикап. И давай попробуем скрафтить. Так, мне нужен гирс. Суит МКВ 2. Ни хрена себе. 15 голтори. А голтори где у нас? Вот этих ежиков я не находил. Димтириори. Юраниум. Ладно, вот это я сделаю. А вот это я вообще нигде не находил еще пока. А что это, кстати, делает? Температур-резист и лоу-температура. А, ну просто, блин, такой же Суи, только я буду немножко дольше жить. А тут и некуда больше, смотри. Тут все. Да, тут все, там мне вон туда надо, блин, вообще-то вон туда. А туда я хуй знает, как попасть. Опа, я думал, я сейчас разобьюсь и опять все сначала. Вон туда надо как-то туда наверх попасть. А чтобы туда наверх попасть, нужно как-то вот на эту гору залезть. Без базара. Вот мы и на горе. Отсюда меня шар стрелял. О, а вот это что, это же ресурс? Нет, это не ресурс, это просто... Да ну нахрен. Вот это в такую погоду, вообще вот так вот прыгать, вы что, долбанутые что ли? Так, туда я не поднимусь. Пропасть. Ой, ну как охота мне тебя достать-то, а? Может, вот так я тебя смогу? Есть, смог, смотри. Так, если немножко задержаться там как-то. Ха! Оксиген, да, смотри, нашел. Блюпринтушечку нашел. Блюпринтушечку. Автосейв комплит. Так, лед что делает? Ни хрена мне температуру снизило. Все, валим домой. Go to base. Как раз рядышком были. Так, давай нажмем вот так. Да, смотри, ни хрена тут. И это просто, блин, бомбезно. Вот это заморочились с игрой. Вот это я тебе скажу. А, я понял. Вот так вот хлобысь, на паузу давишь, и ты, короче, прям вместе вот так вот с орбитами вот так вот так улетаешь. Может быть, сейчас вот смотри, на эту штуку даже можно будет улететь. Нет, не могу. И сюда не могу. Ну, туда, наверное, только крылья нужны. Раз, байтон, мов, инфа. А, вот эти вот, смотри-ка, эти штуки, оказывается. А ураниум-то мне где брать? На вот этой, вот здесь планете, да? Нет, слушай, а... А где мне тогда брать эти фрукты? Ой, ураниумы. Я на другие планеты даже посмотреть не могу. Может, это еще в разработке? Пока нельзя. Лады, давайте на этом мы и закончим. Смотри, мы побывали на двух планетах. Посмотрели зимнюю планету и посмотрели огненный биом.
W2 Blueprint. А подожди, давай посмотрим. Blueprint у нас можно? Аддоны. Нека, нельзя. Нельзя, нельзя. Вот где мне вообще вот это вот брать? Уранью море. Я вообще ее даже нигде не видел. Ладно, давай тогда на этом заканчивать. Мы вот здесь вот уже... А, смотри-ка, у меня тут тоже Current Object Explorer Planet. Или это не тут уже надо? Не, не тут. Тут я уже всю планету оббегал. Я тут уже все знаю. Уже везде был. Я сейчас умру от обезвоживания. Вот так. Лед я знаю зачем мне. Льдом я буду понижать себе температуру там, на огненной планете, и смогу дальше пройти. Точно! Короче, прилетаем на земную планету, собираем до хрена льда, прилетаем на огненную планету и нормально там гуляем. Вот так, профит. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, подписываемся на паблик. Ставим пальчики вверх, комментируем, рассказываем друзьям, делимся ссылочками. И до новых встреч. Пока-пока.